массаж век с целью эвакуации патологического содержимого мейбомиевых желез. Перед процедурой важно уточнить наличие медикаментозной аллергии, в том числе на анестетики. Объяснить пациенту суть и цели проводимой лечебной манипуляции, возможные ощущения во время массажа век. Массаж век проводится специально обученной медицинской сестрой в процедурном кабинете, в кресле с головным упором. Предварительно в конъюнктивальную полость инстиллируется анестетик. За веко, верхнее или нижнее, заводится плоский конец стеклянной палочки. Указательный или большой палец, в зависимости от правого или левого глаза, располагается на крае века со стороны кожи в проекции стеклянной палочки. Проводится легкая, но достаточная компрессия мейбомиевых желез по направлению к ресничному краю, непрерывно передвигая стеклянную палочку вдоль века от латеральной к медиальной его части. В результате компрессии из устьев мейбомиевых желез появляется секрет, который собирается также стеклянной палочкой. Данная манипуляция проводится поочередно на нижних и верхних веках обоих глаз отдельными стеклянными палочками. Далее. Промывание конъюнктивальной полости раствором антисептика. Обработка краев век, интермаргинального пространства и корней ресниц ватной палочкой, смоченной раствором антисептика. После просыхания на интермаргинальный край век и корни ресниц вновь ватной палочкой наносится лечебный гелевый или мазевый препарат. В конце процедуры инстиллируются капли – антибиотик, комбинированный препарат, любрикант – по назначению врача. Процедуры проводятся ежедневно или через день. В период получения массажа век пациент самостоятельно дома обрабатывает веки и капает капли по назначению своего офтальмолога.